Добрый день! Меня зовут Основина Ольга, я юрист компании «Второй дом». И сегодня мы поговорим с вами о присяге на Антигуа и Барбуде. Антигуа и Барбуда – одна из самых недорогих программ гражданства за инвестиции в мире, дает возможность инвесторам путешествовать без виз в 151 страну мира, в том числе Сингапур и Гонконг. Получить гражданство Антигуа и Барбуды можно за инвестиции от 100 тысяч долларов. И сейчас правительство Антигуа и Барбуды отменило обязательное пребывание в стране для сдачи присяги до 31 декабря 2022 года. Но обо всем по порядку. Что такое присяга? Инвестиционная программа гражданства предполагает обязательную процедуру принесения присяги на верность стране. По условиям программы принести присягу необходимо было в течение 5 лет с момента получения паспорта и провести в стране не менее 5 дней за этот период. Правительство вправе было лишить гражданства, если это требование не было выполнено. Что же теперь? Ковидные ограничения, закрытые границы, отмены перелетов – все эти факторы, несомненно, повлияли на наш мир, и прилететь получить присягу стало сложнее. В августе прошлого года правительство Антигуа и Барбуды временно отменило требования к посещению страны для тех, кто получил гражданство за инвестиции до декабря 2021 года. 27 января 2021 года правительство выпустило меморандум об изменении процедуры принесения присяги в рамках программы гражданства через инвестиции. Теперь присягу можно принести не только на Антигуа и Барбуде, но и в 15 зарубежных представительствах – Лондон, Стамбул, Мадрид, Афины и Москва. Кроме того, правительство разрешило приносить присягу онлайн в присутствии нотариуса. К сожалению, это невозможно в России, так как наш нотариус проводит процедуры только на русском языке. Сейчас действие поправки продлили до 31 декабря 2022 года. Требование к пребыванию пока упразднено, а значит, получить гражданство Антигуа и Барбуды можно без посещения страны, полностью онлайн. Сколько же стоит гражданство Антигуа и Барбуды? Как было упомянуто в начале, инвестиционная программа Антигуа и Барбуды – одна из самых недорогих в мире программ. Инвесторы могут выбрать один из вариантов инвестирования. От 100 тысяч долларов – безвозвратный взнос в Национальный фонд преобразования. Причем данная сумма актуальна и для одного заявителя, и для семьи из 4 человек. От 150 тысяч долларов – взнос в фонд Университета Вест-Индии. Эта опция была введена в прошлом году и доступна для больших семей – не менее 6 человек. Дотация безвозвратна, но дает преимущество – бесплатный год учебы в этом университете для одного из членов семьи. От 200 тысяч долларов – покупка доли в одобренном правительством объекте недвижимости, обычно это гостиничные комплексы и отели. Данная опция дает возможность получать дивиденды во время владения недвижимостью и затем вернуть сумму назад, продав долю через 5 лет. От 1,5 миллиона долларов – инвестиции в местный бизнес. В любом из вариантов – также оплачиваются дополнительные расходы. Государственный сбор 30 тысяч долларов для семей до 4 человек и 15 тысяч долларов за каждого дополнительного члена семьи. Оплата due diligence, а также паспортные расходы и присяга. Минимальная сумма доплат инвестора составит 38 тысяч долларов. Кто может получить гражданство вместе с инвестором? Это супруг или супруга. Это дети инвестора или супруги в возрасте до 30 лет, при условии, что они зависимы и являются иждивенцами инвестора. Если дети имеют какие-либо физические или умственные ограничения, возрастной ценз не действует. Родители, а также бабушки, дедушки главного заявителя или его супруги в возрасте от 55 лет и старше, при условии, что они финансово зависимы от инвестора. Братья и сестры главного заявителя или супруги, которые не состоят в браке и также зависимы от инвестора. Будущий супруг инвестора, будущий супруг ребенка, который был заявлен в программе, при условии, что последний финансово зависим от инвестора. Будущие дети от детей, которые были заявлены в программе. Паспорт Антигуа и Барбуды можно получить в срок от 3 до 10 месяцев, из которых 3-6 месяцев занимает проверка на благонадежность, это due diligence. Чтобы получить паспорт, необходимо собрать все документы. Если вы точно уверены, что вам подходит гражданство Антигуа и Барбуды, звоните нам, и мы с вами начнем подготовку данных документов. Если вы еще думаете, то тем более звоните нам, и мы вместе с вами подберем для вас оптимальную программу гражданства.